Digma DCI-1000 – киловаттный автомобильный преобразователь на 220 вольт с активным охлаждением и USB-выходом для зарядки гаджетов. Сегодня рассмотрим самую мощную модель в линейке автомобильных инверторов компании Digma. Устройство поставляется в картонной коробке и комплектуется инструкцией и кабелями для подключения напрямую к автомобильному аккумулятору. Преобразователь имеет размеры 25 на 15 на 7 сантиметров, а корпус выполнен из металла. Верхние и боковые панели корпуса выступают в роли радиатора. По торцам – ножки с монтажными отверстиями для жесткого крепления к поверхности. Тут же находятся порты и разъемы. С одной стороны вентилятор охлаждения и винтовые клеммы для подключения к аккумулятору автомобиля. Комплектные провода не очень длинные, но оснащены зажимными клеммами для удобного подключения к АКБ. При желании можно использовать другие провода достаточного сечения. На противоположной стороне видим универсальную розетку, совместимую с евровилками, выключатель питания, USB-порт для зарядки гаджетов и два светодиодных индикатора работы. Данная модель является самой мощной в линейке и способна держать долговременную нагрузку до 1 кВт. Кратковременная пиковая нагрузка – 2 кВт. Напряжение на выходе от 220 до 230 вольт. Допустимое входное напряжение – от 11 до 15 вольт. Имеется защита аккумулятора от глубокого разряда. Если напряжение на входе упадет ниже 11 вольт, инвертор автоматически отключится. Также предусмотрена защита от перегрузки, перегрева, короткого замыкания и неверной полярности. КПД данной модели составляет 85%. Что в итоге? Это мощный автомобильный инвертор, от которого можно запитать как бытовую технику, так и электроинструмент. В комплекте есть провода с крокодилами для подключения к АКБ, но для стационарной установки в автомобиле придется купить длинные и достаточно толстые провода, которые смогут передать более 70 ампер без существенной просадки напряжения.